мне пока что. Подражал ему в своем, так сказать, начальном становлении творчества. Так вот, я тяну время как могу, потому что Петя очень долго настраивает аппаратуру, ввиду того, что он по профессии барабанщик, а не айтишник, но все делать, 21 век. Приходится вот так, так сказать, вот, да, ждать. Да, вот Петр Талалай. Наш замечательный бессменный Петр Талалай. Да. Вы помните, Джон Колтрейн родился в 1926 году и умер в 1967 году, прожив всего буквально 40 лет. Но за эти 40 лет он успел сделать очень многое. Написать много музыки, записать много альбомов. Также благодаря ему очень много музыкантов стало известными, молодых музыкантов, которые он брал с собой играть. И, конечно, Джон Колтрейн оставил очень большой след в истории джаза, в истории саксофонного исполнительства. И я взял инструменты, которые были очень близки Колтрейну. Вот помимо саксофонов, на которых он играл, он также играл еще и на кларнете. И играл на флейте, но, к сожалению, флейт он начал осваивать уже в последний год своей жизни и просто успел буквально записать несколько вещей на ней. Но я думаю, что он бы и дальше продолжил заниматься этим творчеством. Итак, под ваши бурные аплодисменты проект «Артур и Джаз». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это был Игорь Ивановский, контрабас. Петр Талалай, ударный. Меня зовут Антон Кутиков, саксофон и не только. Игорь сделал очень правильное такое решение сейчас. У нас есть такая традиция у джазовых музыкантов, что если вдруг соло понравилось, то можно похлопать. У классиков наоборот, нельзя хлопать в середине произведения и даже между частями концерта. Вот. А в джазе можно хлопать, топать, свистеть. Ура! Да, поэтому не стесняйтесь, хлопайте, если вдруг вам соло понравилось, это приветствуется и поддерживает музыканта. А сейчас я приглашаю на эту сцену нашу замечательную Марию Кулакову, которая будет играть на арфе. Дело в том, что арфа появилась в джазе неспроста, потому что инструмент достаточно редкий, экзотический для джазовой музыки. При этом для классики это уже вполне устоявшийся инструмент. И почему Колтрейн и арфа? Да, ну, дело в том, что Колтрейн, просто мало кто знает, очень любил арфу и даже купил себе домой арфу, чтобы заниматься. Даже брал уроки игры на арфе. Вот. И даже пытался свою первую жену заставить играть на арфе, но она отказалась, а вторая не отказалась. Вот. Поэтому она была последней его женой. Сыграем мы как раз композицию его супруги. Она называется «Голубой Нил». Blue Nile. Это Элис Колтрейн. Элис Колтрейн. Сейчас прозвучит. Итак, под ваши бурные аплодисменты. Вторая композиция. Thank you.
Спасибо. Мария Кулакова, арфа. Игорь Иванушкин, четырехструнный контрабас. Молодой человек, подойдите, пожалуйста. Вот прям вот просим. Да, и Пётр Талалай ударный. Ударный Пётр Талалай. Ну, раз дело пошло с женой Джона Колтрейна, у него их было две. Мы сейчас сыграли композицию его второй жены. А сейчас сыграем композицию, которую посвятил своей первой жене. Ее звали Наима. Это прекрасная баллада, которую мы вам сейчас продемонстрируем. Она была записана на альбоме, легендарном альбоме Giant Steps Джона Колтрейна. И она одна из самых лирических и красивых баллад, которую Колтрейн написал за всю свою историю творческую. Итак, Наима. Thank you.
Испанский период жизни творчества Колтрейна. Он написал композицию «Оле». 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 Да. «Оле, оле, оле», да, «Россия вперед». Вот что-то в этом духе. Но эта композиция была записана им уже в поздний период, один из поздних периодов. И как вы знаете, что
творчество Колтрейна делится на ранний период и на поздний. То есть ранний такой достаточно мелодичный был, а поздний такой достаточно суровый. Вот. Вот сейчас мы сыграем такой суровый вариант колтрейновской музыки. Итак, композиция «Оле». Можно хлопать, естественно. Thank you.
Спасибо. Я надеюсь, все почувствовали себя на корриде. Ага. Хотя мы против боя и быков, но я думаю, атмосфера была достигнута. Достигнута. Никогда мы еще Колтрейном так не мочили. Сейчас что-нибудь поспокойнее. Возвращаясь к